Привет, друзья! Сегодня у нас продолжение серии роликов о том, как мы пытаемся превратить чумазый аквариум в очень красивый акваскейп. И это вторая серия, в которой мы попытаемся сконструировать тестовую декорацию небольшого размера. Для этого нам понадобится вот такой набор. Начнем. Хотел набросать эскиз, но вышло не очень. Отсекаем все лишнее. Теперь комбинируем, чтобы было красиво. Всю голову сломал, но вроде нашел нужное расположение. Все лишнее не выкидываем, аккуратно собираем, оно нам еще пригодится. Теперь подбираем нужную корягу. Категорически захотелось ее распилить. Ну вот теперь их две. Ну вот, наконец, результат начал нравиться. Теперь замеряем габариты и сооружаем основание подходящего размера. Все готово для переноса композиции на основание. Для закрепления конструкции воспользовался клеевым термопистолетом. Но меня начали терзать смутные сомнения в прочности конструкции. И решил дополнительно закрепить туф на силиконовый клей. Затем посыпал клей тем самым лишним и таким образом замаскировал его. Вот, готовая конструкция. Прям хоть сейчас в аквариум. Засыпать основание грунтом и высадить растения. Но не все так просто. Выяснилось, что в туфе просто куча глины. И если сразу поместить его в аквариум, то он месяц будет стоять с коричневой водой. Поэтому вначале решил замочить конструкцию в корыте, чтобы глина размякла. А затем помыл под струей воды. При этом нарисовался и второй подводный камень. Коряжки, которые не были дополнительно проклеены силиконом, почти сразу отклеились. Силикон же держит надежно. После промывки камни стали еще краше. У них появилась куча новых углублений, которые были скрыты глиной. Коряжки теперь закрепил на силикон. Если кому-то понравилась данная композиция, можете приобрести ее в магазине «Акварий» на Ленина 141. А на этом все. Пока.